Всем привет! Я сегодня пойду в парк аттракционов и обязательно там поснимаю. Вот, я уже пришла с парка аттракционов. И посмотрите, как я каталась на американских горках. И если там кто-то визжал, знаете, это была я. Угу. My stones, let it rain. I hydroplane in the bank, coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than what. Вот, вы посмотрели фотографии, и это все аттракционы, на которых я побывала сегодня. Но правда, девочки Сабрина и Ясмин были еще на одном аттракционе. Это аттракцион качели, то есть такой корабль, который катается вот так. Туда-сюда, туда-сюда. Я не стала на нем кататься, потому что у меня, меня укачивает. И в машине, нигде больше, только в машине. И на таком аттракционе меня бы тоже укачало. Поэтому я не стала на нем ездить, кататься на ради своей безопасности. Вот. И всем D, кто, у кого есть возможность вообще побывать в 7D, я вам советую там побывать. Потому что это просто невероятно круто, на тебя все летит, то есть там 5D, 3D, я уже даже не знаю, 4D, то есть там вообще все D связаны вот с собой, между собой. Боже, это было так круто, на тебя все летит, кресло двигается, боже мой, это было невероятно круто и захватывает дух по-настоящему. Вот, и поэтому я вам советую побывать там. Вот, и это, не знаю, но это будет, наверное, очень круто. И если вы были уже в 7D, то ставьте палец вверх и напишите в комментариях, понравилось ли вам 7D. Мне очень там тогда захватывает дух, это невероятно круто. Вот, и еще в 4D. Ну, в 4D там тоже офигенно, там тоже крутится. Что я несу вообще? Шевелится. Как оно? Кресло. Да. И тоже на себя какая-то фигня летит. Только в 7D. Еще то, чего я не поняла. Это что из-под кресла летит на мои ноги? Какой-то воздух. Он бьет мои ноги, и мне было больно. Поэтому на фотографиях, которые вы увидели, фотографии, которые 7D, эти фотографии можно отличить так, что там они черно-белые, и девочка с ногами на кресле. Там их две,
Одна это я, а вторая это Ясмин. Вот. Я на первом ряду. Не помню, на каком кресле, по-моему, на третьем. И на четвертом Ясмин. На первом Сабрина, а на втором Сабр. Да. Вот. И чтобы вы меня увидели, я вам специально пронумеровала, кто на каком месте сидит и на каком ряду мы сидим. Вот. И это все аттракционы, на которых я побывала сегодня. Не знаю, пойдем мы еще в парк аттракционов или нет. Но мне очень понравилось. И да, спасибо девочкам, что за такой прекрасный день. Мне невероятно понравилось, было очень круто. Особенно на американских горках. О, боже мой. Если вы катались на американских горках, обязательно напишите в комментариях или мне ВКонтакте, понравилось ли вам там. И орали ли вы, как я. Вот. И хочу вам сказать секрет, как я ехала. Сначала первый круг, если вы видели, то там два круга. Вот, первый круг я ехала с открытыми глазами. Вот. И, то есть там такой спуск вниз, вы видели. Боже мой. Такое ощущение, что ты сейчас вот просто куда-нибудь в землю уедешь. Не знаю почему. Вот. Потом эта петля там, слава богу, ты не висишь там нигде вниз головой. Там бы я умерла бы уже со страху. Просто. Вот, поэтому... Да. И, кстати, в Америке эти горки называют русскими. В России эти горки называют американскими. Супер. Так я так и не поняла, какие это горки? Русские или американские? Мне кто-нибудь это может объяснить? Хотя мы не сказали, что на русских горках там три мертвых петли. Боже мой, я никогда не сяду на русские горки, особенно если там мертвые петли. Мама меня, как там люди катаются? Бедные. Вот, да. По-моему, на американских горках было вообще офигенно, вот так. И да, мне очень понравилось. Я бы еще раз прокатилась. Но в последний день, когда мы пойдем, наверное, на этих парк аттракционов туда, нам обещали. Вот, мы, наверное, прокатимся. Если Даша не испугается. Mm-hmm. Потому что на эти американские горки я говорю, а, все, пошли, пошли. Мы пошли, а пока мы стояли в очереди, я думаю, я пошла туда, зачем я туда пошла? Когда мы вышли, мне так захотелось еще раз. Вот, но мы не прокатились еще раз. А нам сказали, что зачем второй раз кататься на этом аттракционе, уже в следующий раз, там, папа. Вот, поэтому... Да, это было все видео из парка аттракционов. Надеюсь, оно вам понравилось. И ставьте пальчики вверх, если вы катались или были в 7D и катались на американских горках. Как говорят в Америке, русские горки. Всем пока!